Слушай, любимая, у нас что, только 1000 осталось? Как? И что теперь будем делать? Блин, даже не знаю. Давай сделаем так. Если ты угадаешь, в каком бокале деньги, то мы сходим за пивом и закажем пиццу. О, давай. Прикольно. Так, вот как раз бокальчики у нас. Ага. Там. Угадывай давай. Угу. Только подумай как следует. Ладно. Так. Ну давай вот этот пусть будет. Ну давай. Ура! У нас будет праздник! Все, давай, я побежал. Давай. За пивом, а ты заказывай пока пиццу. Окей. Дорогая, слушай, я сейчас на улице встретил девушку, очень сильно похожую на тебя, ну прям точная копия. Да ты чё? Ага. Ну и как она тебе? Понравилась? Дорогая, смотри, вот это вот стабилизатор, угу. Вот сейчас все ролики будем снимать на него, ладно? Вот, хорошо. Да, возьми, вот попробуй, как он там. Давай. Да что ты, что ты хватаешь-то, аккуратнее. Что я побольше, потяжелее палку держала? Я про лопату. Ты что подумал? А, да не, ничего не так, фигня какая-то. Что делать, если ночью вдруг сильно захотелось есть? Идем на кухню, берем стакан воды и наливаем его полностью. Затем съедаем оливьешку и выпиваем мелкими-мелкими глоточками до дна. После этого кушать уже не хочется. Пользуйтесь этим лайфхаком, он действительно работает. Ну зачем ты опять так делаешь-то? Как? Как я делаю? Как я делаю, Ген? Ты о чем? Ну ты сам сказал, как ты делаешь? Да как я делаю? Как? Что? Ты мне сказал, зачем ты опять так делаешь? Что я опять зачем так делаю? Да когда я тебе что говорил-то вообще? Да ты вечно что-нибудь скажешь. Ты мне что, дура, что ли? Скажет и потом молчит. Иди лечись, раз это дура-то.